Добрый день, меня зовут Гульнас, мне 25 лет. В конце мая я приобрела продукцию Beaver One, Кундин Флэш и активный коралловый кальций. Немножко расскажу про входные данные, что меня тревожило до приема витаминов. У меня диагноз аутоиммунный тиреоидит, железодефицитная анемия. Беспокоила меня перманентная слабость, тяжелый подъем по утрам, переменчивое настроение. И получается, в начале июня я начала принимать витамины и принимаю их 2,5 месяца. Первый результат я заметила через месяц. Хотя, возможно, я бы заметила его раньше, но осенило меня именно через месяц. Я поняла, как я легко встаю по утрам. Несмотря на то, во сколько я ложусь, я встаю в одно и то же время и нахожу силы для утренней зарядки. У меня хорошее настроение, и я сейчас тоже начала принимать железо, и оно начало усваиваться. У меня анализы улучшаются, и получается, проблема у меня была в том, что кишечник плохо усваивал железо, то есть ему не хватало нужных лактобактерий, которые сейчас у меня есть. И хотелось бы еще добавить насчет месячных. Они стали абсолютно проходить без боли. Я не выпадаю из социума. Я могу если первые 2 дня я лежала только дома, сейчас я могу выходить. Я могу заниматься своими делами. И это не может не радовать. И я не жалею ни одного потраченного рубля. И хотела бы, конечно же, порекомендовать вам тоже попробовать. И надеюсь, у вас будет тоже отличный результат. Спасибо.